Ежегодно на базе Центра дополнительного образования для юных устюжан и гостей города в течение 14 рабочих дней организует работу детский оздоровительный лагерь «Город мастеров». В этом году здесь отдыхают и оздоравливаются 90 детей в возрасте от 5 до 14 лет, в том числе ребята из города Вологда, Кострома, Сыктывкар и Санкт-Петербург. По традиции, каждая смена лагеря имеет свою тематику. В этом году жизнь отдыхающих тесно связана с пионерией, и это не случайно. В 23-м году отмечается 100-летний юбилей Великоустюгской пионерской организации. Известно, что в прошлом Центр дополнительного образования был домом пионеров. И для нас как никогда стало актуальным выбор темы, связанной с пионерией. Смена носит название «Ты, он, она, пионерия». На протяжении 14 дней все мероприятия проходят красной нитью с темой пионерия. И вот, например, сегодня у нас проходит такое мероприятие, как «Смотр песни из строя, взвейтесь кострами», посвященное Дню России. Сегодня дети из 4 отрядов представляют то, как они могут исполнять патриотичные песни, маршировать и ходить строем. В ходе мероприятия ребята узнали много новой информации, а также вспомнили, что такое официальные и неофициальные символы страны, что означают цвета российского флага, а также слова торжественного патриотического гимна. Также все отряды выступили со строевыми песнями. Кроме насыщенной развлекательной и познавательной программы, ребята получают двухразовое питание. Выходят с экскурсиями в культурно-досуговый центр, библиотеку, музеи. Нам очень нравится ходить в лагерь, потому что там очень интересно и даже много игр и много кружков и мероприятий. Мне здесь очень нравится. Мы учили строить песню. Ходим в столовую и ходим гулять на площадку. Мне нравится сюда ходить, потому что я уже хожу сюда второй год. И было много мероприятий, как мы ходили, например, в планетарии или ходили на квест. И играли сегодня в матч по футболу против 4-го отряда. Стоит отметить, что пионерия не забыта, и отряды тимуровцев возрождаются. Например, российское движение детей и молодежи. Несмотря на новые названия, цели и задачи совершать добрые дела и любить свою родину остаются прежними. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».